Золушки, Амигос, снова вы, снова я. И рубрика, которая несет добро, позитив, конструктив и все положительное. Игры по вашим заявкам. И сегодня жребий выпал на игру Inversion. Очередная игра, в которую я не играл. Кстати, я умышленно отбираю в эту рубрику игры, в которые я не играл, потому что мне интересно посмотреть впервые на какие-то игры, которые я пропустил. И вообще, потому что, кроме того, смотреть, переигрывать те игры, которые когда-то мне очень нравились в далеком прошлом, но сейчас это только, знаете, портит то самое детское впечатление, которое было первым, которое игра на вас произвела, потому что я «Темную мессию» начал записывать, и начало возмущать, что мне не говорят, куда мне идти, хотя это одна из фишек той игры, то есть, нельзя, конечно. Смотреть, то есть судить об игре из прошлого с позиции теперешнего времени, когда все упрощено до невозможности. Ладно. Итак, компания, эпизод, инверсия, контрольная точка, прошлая жизнь. Контрольная точка, пошлая жизнь. Вот это было бы интересно. Сложность обычной гравитации. Высокая. Ага, это совсем низкие прыжки. Вот в Dark Souls бы так было. Сложность. Ваш персонаж умеет прыгать. Ваш персонаж не умеет прыгать. Они просто там легко, нелегко. Заценим скорость загрузки. Вот это важно, кстати. Вот то, что на новом железе иногда старые игры грузятся дольше, чем на старом, это ужасно. Словлю шальную пулю в вечных бандитских разборках или очередном бунте. Но служа копом в авангарде, я был к этому готов. Да. Был готов. И был счастливым человеком. Копом в авангарде? У меня была работа, жена, дочь и крыша над головой. Авангард немножко на название чопа какого-нибудь похоже. Если бы знал, что оставлю кого-то после себя. Но у меня ничего не вышло. Сейчас я умру. И исчезнет боль. Его распяли на арматуре. Боль от того, что я не смог. И будет он Иисусом постапокалиптического мира. Вот это понимаю. Начало в игре острое, как кинжал в задницу. Ой, очень классно озвучен, кстати, с акцентиком, с таким этот. Все, что я видел. Джойстик тряхануло на столе. Интересно, что на джойстике? Нет, это шутер. Хватит с меня шутеров на джойстике. Но боль слишком реальна. Она все, что... Нехеровый у них штык-нож, да, на автомате? А, игра начинается с миссии за стационарочкой, да? Офигительно. Это, наверное... Подождите. Вот, включу сабы, выключу джойстик, потому что джойстик трясет с неимоверной силой, почему-то здесь... Вот, миссия за стационарным пулеметом, это, наверное, худшее, с чего вообще может начинаться какая-либо игра, потому что стационарный, господи, да что же за чувствительность-то такая? Момент управления, мышан. Ну, чувствительность для джойстика такая яростная стоит, видимо. Хотя чувствительность у джойстика и у мыши должны в разных местах, ну, хрен его знает. И почему, скажите мне, из этого пулемета пули летят? Так криво, просто разлет. Посмотрите, вот до цели здесь, ну, навскидку, ну, 30 метров расстояние максимум. Посмотрите, как пули летят лево, вправо, ёпты. То есть, эффективная прицельная дальность у пулемета какая? Метров 15-20, что ли? Более, что он стреляет-то не из рук, а стационарно. И вот я уже пулями кого-то пригвоздил к стене. Это, видимо, отсылка к Painkiller'у, я надеюсь. Смотрите, как он левитирует. А, но, с другой стороны, здесь рушится здание, и это очень круто. Когда что-то в игре рушится, вот это всегда круто. И обскакали нас с неба, но мы их стоп... Он мне Кхала Дрога напоминает. Я еще помню, как мы жили раньше, когда никто и не думал о войне. А потом они пришли. А что это за гидравлическая трубка идет у него с горба на руку? Что она делает? Сделали нас рабами. Просто смотрится как-то странно вот этот шланг.
Как будто у меня человек на бензине. У меня левая рука на бензине работает. Ну, не весь человек, только левая. И в целом, вообще, знаете, что мне эта игра уже напоминает? Гири войны. Вот тем, что здесь укрытие. И во-вторых, тут даже автомат с вот этим лезвием похож на автомат из гири. Эй! А чё за... Вот поэтому игра инверсия, что здесь гравитационная катастрофа произошла. Я вспомнил описание, да. Думаю, это фишка. Базара нет, такого не было. Мы слишком долго. Ну, я точно не видел. Всей фальши собственной жизни. И не ждали грядущей расплаты. Ну, было бы шикарно, если бы он прекратил бакланить уже своими флешбэками. А теперь. Вы или единый мультик вначале показываете, или не показываете его совсем, я не знаю. Но вот это вот то, что 20 секунд пострелял, 20 секунд посмотрел, как минимум странновато. Но съешьте его первым. Порой я спрашиваю себя, а была ли моя прежняя жизнь? Или это лишь фантазия? А может, то, что случилось... Этот ад, перевернувший мой мир с ног. Прикольно, картинка крутится. Какое-то время я машинально пытался наклонять голову. В любом случае, скоро все кончится. Очень скоро. Немножко я не понял всей вот этой каши, которую сейчас показали. Он сейчас стоит привязанный, вспоминает, как он жил с семьей. Второй половиной мозга он вспоминает, как где-то стрелял из пулемета. И что в итоге? У него, знаете, он вообще гений. Он может не то, что два дела делать, он может две мысли думать сразу. Вспоминал и тем, и этим. Постой, Дэвис, ты куда? Лео, я же тебе говорил, мне надо на минутку домой. Если хочешь, подожди здесь, я потом тебя заберу. Мне тут делать нечего, Дэв. Пройдусь с тобой. Он сказал, пройдусь, не проедусь. Эй, что же это за срочное дело, а? А, стой! Так ты домой, чтобы это... Извини, что ты остормозил? Ты вот такой чудик. Эй, так я могу. Я в машине подожду, пока ты там. Очень смешно. Я домой не за тем, чтоб... Ну, сегодня у Лейлы день рождения. Сегодня у Лейлы месяц. Мы можем поздно вернуться. Вот и хочу заранее сделать ей подарок. Сам понимаешь. Не понимаю. Совсем рассеропился. Вон, смотри, еще и браслетик носишь. Это браслет дружбы. Браслет дружбы? Это что, новый прикол? Это браслет пидорской дружбы, по-моему. Один даешь там, кого любишь, а второй носишь сам. Все дети такие. Честно говоря, с первых минут вот этой заставки, когда негра чуть не сбил автобус, я глазами ищу светофор в какой-нибудь дороге. И пока ни одного не вижу. Все меняется, мир видится иначе. Свой мир лучше с рабочим не мешать. Еще фотку на панель налепил. Много преступников мы с тобой напугаем, когда на них с фотографии смотрит такая вот радость. Преступников? Я не собираюсь. Да, зачем как бы они вешать так знают, что вот я так могу вот сделать. Прям на торпеду. Смотри. Оп, чуть не сбил. Надо догнать, что скажешь? Не я надо, скажу, да, да, я тебе, дайте я поезжу уже на машине, пожалуйста. Да, ясно. Приоритет. У тебя же подарок, да? Пост C10, я пост L23, код 5 на Хайлендере. Кстати, копы едут не пристегнутыми. Не знаю, является ли это нарушением в Америке. Возможно, нет. Если у них там, знаете, в фильмах, по крайней мере, полицейский, остановив человека, видит, что водитель пьет пиво за рулем, и при этом полицейский не начинает от радости пританцовывать. Для меня это уже странно. Надо узнать, что потому что у нас они прям точно сияют, когда там перегару нюхают. Просто был такой эпизод, когда коллега по работе подвозил меня домой, а у него жидкость зимой в машине, он в жидкость для мытья окон добавил спирт, ну чтобы типа не замерзла вода и не разорвала бачок. И вот останавливает инспектор, подходит и такой... Говорит, ой, а чем вы так пахнете? Довольный такой, блин. Когда сказали, что это жидкость для умывания, погрустнел.
И куда бежать-то, я не понял. Навстречу чему? А, вот светофоры, смотрите, сверху. Есть, есть все-таки. Значит, в будущем дорожное движение не будет побеждено. Ага, это космический космодесант высадился, да? Прикрой меня. Ну и громила, а у тебя такой дробовик для чего? Сейчас узнаем, должны ли отлетать трупы в этой игре. Господи, вот мы... Сука, только вот недавно опять в новостях показывали, что американские копы опять застрелили чернокожего подростка. А здесь в игре они типа такие, это... Не открывают бездумно огонь, а сначала просят. Это... И я просто обязан пошутить, что это потому, что инопланетянин белый. Если бы нас захватывали инопланетные негры, здесь уже была бы перестрелка. Ой, да господи, их бы уже местная банда победила. Да, начать с контрольной точки. Знаете, чем мне не нравятся игры про перестрелки? Тем, что там... Тем, что там надо сидеть за укрытием и не двигаться. Это, по-моему, просто очень дьявольски скучно. Я не люблю игры про перестрелки. Мы с другом поиграли в Гири войны просто минут 10, и я сказал, что не, извини, дальше ты один. Потому что мне... Да, прикольно пилить пилой, встроенный в автомат людей, но, блин, сидеть все остальное время за укрытиями, оттуда вяло для острастки постреливать, для меня это просто, не знаю, дикий жанр абсолютно. Полиция авангарда, руки вверх! Такая перестрелка должна быть, если бы я, знаете, в другом конце комнаты лежал на диване с пистолетом реально и только стрелял в телевизор. Потому что делать это мышкой не очень что-то как. А, еще не очень то, что дробовик здесь какой-то дальнобойный. А там бегают гражданские. Видите, это как-то... Как-то слишком просто. Почему инопланетянин прекратил убивать всех подряд? Я хочу заметить, что мой напарник меня ни хера не прикрывает. Смотрите, он сам жопу свою, блядь, спрятал за угол и стоит. Сука, пойдешь в шиномонтаж работать, блядь. Вместо полиции, говню, блядь. Не зря он мне этого чувака из группы «Чай вдвоем» напомнил. Ни документов, ни вещей, ничего. Какие-то они странные. А вы какие-то тупые, по-моему. Наверное, русские, блядь, скажи, да? Такой автомат могли сделать я только русские. Такой пушки. И кому только нужно такое. Ну видно же, что это Калашников, чего. С тесаком. Нам надо связаться со штабом. Вдруг это везде. Так, я вооружился инопланетным автоматом. Вернусь, попытаюсь что-нибудь узнать. И при этом, где я возьму инопланетные патроны, интересно. Не, ну у меня теперь две пушки. Это в любом случае лучше. Укроемся-ка мы за машиной, которая мне напоминает этот казахстанскую иномарку какой-то. Тагаз или что? Вау! Экзибит резко прокачал эту тачку, поставил ее на... Сделал из нее заниженный таз. Блин, еще и машина взорвалась. Я никак не могу влиться в эти игры, в эту игру, потому что я в такие игры не играл. Никогда, блядь. Здесь контрольная точка где-нибудь дальше, чем в начале игры вообще будет. Мне кажется, я уже достаточно сделал для того, чтобы сохранить свой прогресс. Скипнуть. О, черт, Дэвис! Ты гражданского пострелил! Да и хуй с ним, блядь, новых нарожают. Я думаю, их сейчас так или иначе. Они, он и так, он бежит, хромает, раненый, блядь. Да его добить только, блядь, помочь ему нахуй. Чтобы не мучился, блин. Они почему-то все хромают, они все бегут и хромают на левую ногу. Они, знаете, у них протез, наверное, у всех. О боже. Нет. Кувырок. Что тут пуля непробиваемая? А, наверное, холодильник. С колой. А, в любой непонятной ситуации юзай кувырок. Это то, чему учит дар... Ну ладно, я слишком часто упоминаю эту игру. Я не вижу в этом никаких минусов. Нужна помощь. Но кого-то раздражает. Поднимемся ко мне, вызовем С-10.
Хочу убедиться, что Кара и Лейла в безопасности. Давай. Охренеть. Висит в воздухе. Эй, Лео, надо идти. А сейчас дробовик развернется в его сторону и выстрелит, я надеюсь. Как ты это сделал? Просто поставил. На нас нападает Кинг-Конг. Если гравитационная катастрофа настолько глобальная, непонятно, как там Землю тогда на части не порвало. Как вообще там люди выжили? Что это было? Хрен знает. Все это была середина фильма 2012. Ко мне надо связаться со штабом. Там есть черный ход. Да, мне эта пушка, кстати, Borderlands напоминает. Ложись! Быстро! Черт! А, да, ну красиво, конечно, листья разлетаются. Для... Вообще графика тут не очень такая симпотная, но даже здесь разлетаются листья от пуль, еще что-то делается, господи. Но, блядь, какие же игры про перестрелки. Молчу, да-да, конечно же. Да, теперь, ладно, тоже молчу. Все, никаких сравнений с другими играми, недавно выложенными на канале. Но перестрелки, это, по-моему, это, блядь, это скучно, понимаете? Это вообще не впечатляет. Это, знаете, еще пережиток древности, как на Сеге там были игры, блин. Где ты прицелом по экрану елозишь. Умер правдоподобно, прям на Оскар наумирал, но... Не знаю. Улицы перекрыты. Если бы еще, не знаю, хоть немножко крови здесь было, чтобы тела здесь лежали, какие-нибудь трупы. Смотри, здесь даже мусора нету, а между тем город-то рушится. Они в здании. Для ускорения нажмите Space. Ну да, это, блин, походу разработчик Гирь войны, наверное, 100%. Ой, Якуза воспользовалась ситуацией и напала, смотрите. Блять, что делает мой напарник всю эту игру? Господи, какой ты... Мы ни хрена, из нас ни хрена танго и кеш не получится. Мочу, ты тоже можешь парочку замочить, потому что мне кажется, все вот эти трупы, какие лежат на земле, всех я убил. Для чего мне нужен этот помощник, который мне вообще ничем не помогает? Понаберут в полицию из глубинки, блин. О, я ему башку снес. Вот это было симпотно. И еще одному. Это было вообще шикарно, если бы прятаться не приходилось. Не знаю. Улицы перекрыты. Вы, похоже, должны сами как-то. Они в здании! А, и мы видим, что враги захватили какое-то крайне важное здание. Это, видимо, последняя хрущевка в этом городе. Это достояние людей, музейный фонд, блядь. Да, сука, умри ты нахер. Блядь, а ты спрячься, тупарь, ёб твою мать. Еще как у него башка-то не торчит над этим цветником? Он торчит. Но всем понимаю, что, конечно же, компьютер никогда ему в затылок оттуда не попадет. Сюда. Идем. Пройдем через стоянку. Черт, смотри! Наверное, он инопланетянам был денег должен. Потому что я так видел, что мирных они не убивают, как бы. Быстро, гады! Риза! Нет!
Что они говорят, я немного не разберу. Орки эти. А, можно стрелять, не высовываясь из-за укрытия? Да, можно. Ну, так точно Metal Gear, блин. Я не знаю, я надеюсь, что если это другой разработчик, то он им хотя бы денег-то заслал. За идею, блин. Нокаут или он сдох? Черт. А я что-то не врубаюсь, у меня аж патроны кончились. Он их что, сам с пола не подбирает? Это что лежит? Две пачки сигарет, видимо. А, вот теперь... А, здесь просто очень мало патронов он подбирает. Хорошо, будем экономить. Правда, чтобы экономить, надо, чтобы они сначала появились. Где, где, где? Почему? Почему тут четверо трупов, и у них на всех один автомат? Ну, вот эти два точно бандиты, автомат один. И дикая чувствительность еще здесь. Просто офигеть, какая дикая. Берегись! Здесь, походу, где-то недалеко живут любители красных двухподвесных велосипедов. Почему они все красные? Да, это доёбчивость, но, господи, неужели нельзя было хотя бы разного цвета велосипедики сделать? Что за знак такой? Это значит V, значит Вендетта. Если бы не было крови, знаете, вот просто вот это тело поместить с вот этим выражением лица просто в сауну вот так вот положить вместо крови, было бы... Просто, знаете, как будто like a boss. И как будто ему еще сосач делают. То есть у него полная нирвана на лице. Не скажешь, что он мертвый. Как тут оказалось? Не знаю, но нам надо наверх. Вот этот-то доебнулся, походу, откуда. Боже. Прикольно, прикольно. Блин, я забыл посмотреть, какого года игра, но вроде не так давно вышла. Сейчас все рухнет, не успеем! Я сразу за тобой. Будь здоров, братан. Ой, для ближнего боя. Зачем он нападает с такими звуками? Капец, блядь, богатырь такой на бой вышел. Когда гранаты появятся? Вот гранаты здесь реально бы пригодились, потому что в этой игре все очень круто рушится здесь. Вот эта картонная стена, например, из-за которой слышно соседей. Она рушится от выстрела, но не от тычка, кстати. Что говорит о том, что, видимо, рукопашная атака в игре говно. Вот, и то есть вот в эту комнату, если бросить гранату, я представляю, как все здесь разворотило бы. Это, в принципе, очень неплохо. И опять красный велосипед. Мне интересно, а вот эти захватчики-то, они хоть... О, лопнул. Захватчики-то хоть знают, в чем дело? Что-то мне кажется, что он сейчас тоже не был готов к тому, что его об потолок ударит. Чё это? А, мне зачем на радаре показывают Лео, а не куда надо идти. Давай добьем, пацана. Чё он помирает? Это называется милосердие, ёптать, будь готов его проявить. К тому же мне нравится просто вот делать вот это. Тык! О! Конечно, давно вопрос, сейчас я тебе помогу. У меня и укол имеется. Сейчас. Сейчас я сделаю обезболивающий мясной укол. Вау. А, тут не повсеместная невесомость, а локальные очаги. Ты же на третьем живешь. Уже близко. Да, давай найдем. Да, давай будем говорить будничными голосами, как будто ничего не происходит. Ура! Ты это видел? Нет, в том-то и дело, что я не успел сейчас ничего увидеть. Тут вся улица летит. Да, но... Такое ощущение, что ты...
увидел, знаете, этого какого-нибудь актера из российского сериала на улице, рассказываешь таким же будничным тоном. Кара, ты меня слышишь? Лейла, она... На самом деле, все это мы понимаем, что этот дом рушится под весом их стальных яиц, а не из какой-то гравитации. И еще я так понимаю, что эта игра, наверное, мультиплеерная. А еще у него была чертовски аппетитная глаза, жена. Ну же, открой глаза, пожару, да, чувак, сочувствую. На, вот и мавзолей ручной сборки. Я и так, блядь, на них, мудак. А, вот это у них, смотрите, трубки, которые подают жидкость какую-то в перчатку. Видишь, как эти быстро сдаются, слабая раса. А, так они монголы, судя по акценту. Ишь, как эти быстро сдаются. Это какие-то некромонгеры. Где сейчас Риддик придет, наверное? Не, ну, по-моему, некоторое сходство с некромонгерами есть. Бомба, блядь. Интересная ситуация. Он лежит, на него наставлен автомат, там куча врагов. В этой игре ты умираешь с 5 выстрелов. Как же сейчас герой будет всю эту херню разруливать? Об этом мы узнаем после 2-минутной загрузки. Блин, жалко, вот нельзя там реально вместо загрузки вставлять рекламу Адидаса какого-нибудь и получать за это деньги. Ну, мы же все равно ее смотрим. В смысле, загрузку. Кстати, неплохой заработок был бы для... Нет, нельзя так давать зарабатывать игроделам, иначе они загрузки сделают очень долгими. Но бюджеты в игры вырос бы, базара нет. Представляете, если бы Адидас реально игру спонсировал? Так чё, он дочку-то спас, нет? О. Кто вы? Что вам надо? Это же Джабба, ты не узнал? И на спине у него, видимо, пылесос какой-то. Ну, пшёл! Они, походу, глуховаты, раз всегда орут. Дэвис, вставай. Вообще они гуманоиды, но более крупные, более плотные и, видимо, более сильные. И ботинки такие не тяжело носить, интересно. Это же не часть экзоскелета, это тупо, блядь, чугунные валенки одеты. Пошли, брат. Надохнуть. Да, в присядку в таких не пройдешься. И вот начинаются вот эти вот моменты, которые мне в играх нравятся там. Такие сценарные, такие, как его сказать, эпизоды. А вот этот, по-моему, человек стоит в повязке налобной. Перебежчик, наверное, сука, перемелькнулся. Собака это наша захваченная или это они своих привезли? Что они тут делают? По-моему, это какие-то тощие, но ужасно накачанные ротвейлеры. Да, от космодесантников они только цветом, в общем-то, отличаются. Что те красные были, а эти желтые. Это сталкеры свободы мутировали в зоне и пришли захватывать Землю с помощью гравитационных аномалий. Смотрится, будто всегда тут было. Что они ищут на Земле? Потом поговорим. Канализацию, источник священного нашего говна, который они наверняка используют как денежную валюту в своем засранном мире. Задание выполнено. Обожаю такие задания. Казалось, просто пройти 100 метров с двумя поворотами. Но прошла лишь пара недель. Заточение заставляло всех вокруг терять надежду и разум.
Я же думал о Лейле. И надежда на то, что она жива, придавала мне сил. Хотя да, я не знал, выберусь ли сам. Я вижу, как ты интенсивно копаешь, бля. Придавала ему сил, бля. С вестью, что не все потеряно. Пчел! Клетка, иди! Ты, клетка, спри! Отдыхай! Вам тоже интересно посмотреть было бы, что в это время происходит в России? Черт, башка трещит. Еще бы. Получил ты от души. Ну и че вы уставились? Вы кто вообще такие? Те же, кто и ты. Пленники. Такой диалог, бля. При вторжении. Те же? И скольких годов замочили? Он своим тоном показывает им, что он на зоне второй раз. А я, кажись, закончил. Я Фиджеральд. Ладно. Я с самого начала был на улице вместе с бойцами. Я сражался рядом с братом, когда он не выжил. С бойцами? Я Дэвис Рассел. Это Лео Дельгано. Мне жаль твоего брата. Ты говоришь, у вас отряд бойцов. Он с ним, блять, как с индейцем разговаривает. Да. Мы шли за Кильтером, их лидером, и попали в засаду у базы. Может быть, только я и остался. А еще кто-нибудь в городе был? Мой ребенок. Моя дочь осталась там. Там были дети? Может, девочки? Дети? Ни одного. Знаешь, я вообще детей не видел. Я думаю, их всех забрали. Клетка, крой, печь! Идут назад. Все по койкам. Черт. Шолга, краб или дох? Не нравится мне это, Дэв. Ох, не нравится. Неужели вы нас будете бить? Открыв нам! Да иду, я иду. Обратили внимание, что у него подмышки побриты? Кто-то. Куда нас собирают? Скоро узнаем. В сторону! Черт, что они тут делают? А, вон у них что. Эта хренотень помогает им управлять гравитацией. Закрось работу. Идем. Шал! Работ! Ну и чё мы не идём-то, ёпта? Видишь, вон, нам такие же надо добыть. Они могут нас отсюда вывести. Да, я уверен, девочки на такое клюнут. Надо надыбать парочку в натуре. Вы подскажете, куда мне идти? А, вот. Не тут, спасибо. Не тут. Это он, видимо, представился. Его зовут Не тут. Или Метут. Откопать они, наверное, хотят ядро земли, да? Шо? Тут раб! Графлин! Графлин, блин! Не губ, а тут блин! А, вместо субтитров к их словам пишут многоточие, но некоторые слова разобрать можно, это в основном вопросы, шо тут, шо там. Они дали нам добровольно вот эти штуки. Рот открой! Господи, как это было тупо с их стороны. А если они такие тупые, то как они летают по космосу и захватывают другие миры? Интересно, эта штука позволяет быстро бегать? Знаете, мне вот это то, что у них на спине, напоминает клип группы Алиса трассы Е95, где чувак с двигателем каким-то на горбу скакал. У этих что-то похожее одет. Должны тут делать. Скоро выясним. Гравлинг. Включены режимы низкой гравитации, мы не проявим. Так. Осторожно. Что случилось-то? Путь перекрыт. Попробуй расчистить его этим гравлингом. Ага. То есть я не могу просто взять, зажав кнопку, поднять эту телегу и швырнуть ее во врага. Я могу только... Не выйти. Только пулять. Пошли поищем обход. И от этого что-то будет... Вещи будут взмывать в воздух. Да, пойдем поищем обход.
Я думаю, что мы можем встать, блять, я думаю, что мы можем с тобой взяться за руки, нахуй, и прыжками вот обойти вот камень вот здесь просто, вот напевая вместе весело шагать. Но почему-то главный герой даже один не хочет. Я молчу про то, что он не хочет стать боком здесь. Просто здесь можно, блять, я не знаю, вальсируя, блять, обойти этот камень, но какого-то хуя игра это сделать не дает. Ага. Зато если зажать тап, то... Я так понимаю, что фраза «назад, сейчас все рухнет» — это девиз этой игры. Почему тут все, сука, рушится? Не, я почему все рушится, я понимаю, почему постоянно все рушится здесь. Для переключения между режимами гравитации нажмите Shift. И что это? А, увеличить, убавить? Мой туповатый напарник, смотрю, ничего не хочет попытаться сделать с помощью своего прибора. Он его вообще не интересует. А гравлинка утяжелять может. Да? Очень круто. Хочешь, я переведу тебя в следующую весовую боксерскую категорию? Стой, только не стой. Нет, мне интересно, с кем он воюет, блядь. Постойди. Выстрели в меня из гравлинка, ёптель. Я же упасть могу. Это мне надо было мышкой налево повести, или что? Потому что я нажал на A, и ничего не произошло. Он не выправил свое равновесие. Я иду. Подожди меня. А, черт, нельзя друг в друга, да, стрелять этой херней? Вау, а как я это сделал? На Q. А как режим переключать? Блин. А это, похоже, заряды для этой херовинки, которую я только что успешно потратил. Ну, я слушаю дальше твои гениальные идеи. 30 метров. Ага. Помоги! Мне все-таки интересно, есть ли здесь мультиплеер? То есть, можно ли мне будет сравнивать эту игру с такими играми, как Dead Space, Resident Evil? Пошли, напарник. Кто это? Там кто-то то ли срет, то ли кашляет. Ты приноровился. Теперь за этим нас сюда и послали. С ними разобраться. По-моему, не так это работает. Поднять, поднять надо режим сменить. Да-да-да. А, чтобы брать... Ага, кстати, используйте Q. А теперь, видимо, надо на Shift. Блять. А, берите на E, бросайте... Блять, как это... Трудно, нельзя просто взять, допустим, навел, нажал левую кнопку мыши, держишь ее, в это время твой герой держит предмет, и потом ты либо ее отпускаешь, либо жмешь еще раз, и он предмет бросает. Просто мне кажется, это было бы проще, чем такое ощущение, вот что мы ходим кругами. То, что сочинили они. Все равно. Раз, лучше два, три. Три клика надо, что в моей версии хотя бы было либо два, либо один, ну... Так, где, куда? Глянь, Дэвис, столько трупов. Ну, а чё так мертвых много? Думаешь, их эта штука убила? Может, они друг друга убили? Рафлин, бери! Бей! И по нам не разбираясь, открыли огонь, видимо, мы уволены, да?
Сами нас сюда послали. А теперь чего? Главный герой тоже не возмущается такой, такому. Может, их что-то напугало. По повороту вещей. О, а вот а можно камень за гравлинкой? Эй, попробуем туда залезть. Зачем нас отправили вниз, а теперь стреляют? Может, это игра? Подсади! Может, мы заразились? Просто вариант, что это игра, как-то совсем странно. Иди, а гравлинки пригодились бы в полиции. Будь свободен. Хватит с тебя, блядь, и дубинки, ёпта. И да, кнопка. Блин. Да, в этих лабиринтах. Да карту бы. Иди, ты только глянь, что нам приготовили. Почти ничего. Надо патроны найти. Боже, тут же массовое захоронение. Видимо, сюда сбрасывали трупы. Пол 38. Ди, я тут детей не вижу. Ни одного. Да, массовое захоронение. Сразу трое в одной яме. Ой, какая братская могила. А, вон они где. Сколько там всего блестит. Мы не проберемся. Давай найдем другой путь. Я думаю, что надо здесь опять что-нибудь куда-нибудь бросить. Эти камни должны поддаться. Ди, врубай гравлинг, расчищай путь. Да я, блядь, пытаюсь, ёпта. Отлично. Идем. Хуй просышь, как он точно работает. Гравлинка. Можно кнопку удерживать, тогда заряд, видимо, сильнее становится. Смотри. Должно помочь. Похоже, тупик. Что нам делать? Робот. Я думал, тут какая-нибудь чудовище вылезет, а тут вылез долбанный робот. Некий робот зовут этого босса. Блять. Да, этот гравлинг это что-то, блядь, невероятно тупое. Где что-нибудь, что можно им схватить? Что-нибудь такое есть? Включи низкую гравитацию, бросайся в него. Блядь, вот, я наконец-то что-то зацепил. Я зацепил призрак камня, блин, потому что когда он что-то цепляет, эта вещь почему-то становится белой. Ладно бы она просто просвечивала, чтобы было видно лучше, куда ее бросить. Но она просто белая, реально, лучше через нее не видно. А это что такое за малафья? Да можешь сдохнуть, ёпта, нахуй. Где? Да, я победил. Нет, я еще не победил. Да где ты там, блядь? На, нахуй. Ну же я не могу попасть, потому что я, блядь, нихуя не вижу через эту бочку, блядь. Сука, она мне закрывает весь экран, блядь. Тогда, когда мне нужно бросить ее в цель. Что? Что, блядь, он... И этот еще сдох. Отлично вообще. То есть мне... Я о своей-то жопе здесь позаботиться не могу. Еще об этом черном. Смотри. Брате. Должно помочь. Бля, кому-то. Я даже мяу сказать не успел. Господи, как я не люблю игры про перестрелки. Какой же это пиздец. Ну, вот, например, ну хотите вы сделать шутер, да? Ну сделайте вы как Dead Space, как Resident Evil, там, 5-6. Кому нужен очередной гири войны? Господи, у них вообще... Кто фанатеет от перестрелок? Походу, никто, потому что Resident Evil Raccoon City тогда был бы просто... эталонной игрой, а она и не является совершенно.
Сказали, ой, перестрелки, нахер они здесь нужны. Ну и тут тоже непонятно, вот нахер они нужны. Почему не сделать было игру, где можно бегать, прыгать, уворачиваться? Также можно было бы прятаться, но просто ж было бы больше жизни, чтобы хотя бы у тебя какие-то разные варианты прохождения были. Ты мне покажи, чем, блядь, в него броситься, я буду бросаться. Вообще говно вопрос. Вот, попал, наконец-то. Я тут вижу только трупы. Вот трупами бросаться в него, думаю, бесполезно. Отвлеки его, чтобы я мог что-нибудь в него кинуть. Где он там? Блять, он меня разъебал ракетами. Ой, нет, пошло в жопу. Я не могу играть. Вот что мне точно не нравится, так это игры с перестрелками. Я не люблю Metal Gear. И я не люблю теперь еще и вот это. Да-да, приношу свои извинения всем фанатам перестрелок. Если вам нравится, пожалуйста, возьмите друга, постреляйте на здоровье. Но по мне так это очень-очень глупая фигня. Как жанр в целом, то есть игра тут совершенно не виновата. Разработчик, идея хороша, все хорошо, но, блядь, перестрелки это... Так что что-нибудь жмите, что-нибудь спешите. И адью.